Сегодня комиссия по приемке образовательных учреждений к новому учебному году продолжает свою работу. Посетили все детские сады. Теперь необходимо отследить готовность школ города. В Абакане их 25. Вообще сегодня эта цифра символична. Первая в списке 25-я школа, которая в этом году отмечает четверть века. 25-я школа – одна из самых больших по численности школ в республике Хакасия. Здесь учатся 2000 учеников. В этом году символично 25-й школе исполняется 25 лет. Здесь, конечно же, строят планы на будущее и, конечно, ждут новых учеников. В новом году здесь откроется 6 первых классов. Нина Федоровна Богинская, директор школы, проводит экскурсию для комиссии. Свое учреждение она называет вторым домом. Сплоченный коллектив, высокие достижения педагогов и детей, работа по федеральным проектам. Школа в топе лучших в России, а сама Нина Федоровна уже 50 лет в профессии педагога. Это школа, большая, огромная семья, семья семей. Обучаются разные дети. А много педагогов наши, родительский коллектив, в целом мы единая семья. Поэтому в добрый путь, любимая школа. У школы удобная планировка. Есть большой спортивный зал и бассейн, уютный двор с цветами и мини-парком. В образовательном учреждении есть музей, в котором проводят экскурсии. А проекты получают финансовую поддержку, в рамках которой приобретается оборудование. Отдельного внимания заслуживает пищеблок и столовая школы. Расстановка мебели напоминает кафе. Есть даже барные стойки, за которыми удобно пить чай старшеклассникам. Все классы светлые. Все оснащение как раз сделано по всем санпинам для того, чтобы было комфортно детям и были действительно здорово сберегающие технологии. Мы посмотрели среднюю школу готовность, это профессиональные кабинеты физики, химии, биологии. Посмотрели библиотеку. Хочу отметить, что все дети будут обеспечены учебниками, учебными пособиями. Сегодня вот как раз идет распределение, получены новые типографской краской пахнущие чистые учебники. Оценивает готовность школ города комиссия, в составе которой не только сотрудники разных ведомств, но и родители. Дети Натальи Бондаренко учатся в первой школе. Но мама, как и многие заинтересованные семьи, хочет узнать, как обстоят дела в других общеобразовательных учреждениях. В первую очередь родителей волнуют вопросы безопасности. Во всех школах города есть видеокамеры, охрану осуществляют специализированные предприятия. Школа готова, я бы даже не сказала на 100%, школа, на мой взгляд, готова на 1000%. Но вот даже вот посмотреть вокруг, тут такая красота, такая чистота, не говоря уже про классы. Классы подготовленные, мебель новая, чистая, ремонты везде сделаны, все уютно, красиво, все для детей. В течение недели комиссия посетит все муниципальные школы Абакана, их на карте 25. Предстоит серьезная работа. Мы следим за развитием событий.